Расскажите, как надо кидать? То есть вообще, как эти соревнования проводятся? Для участия, значит, в онлайн-соревнованиях нужно выбрать любой диапазон дистанции, на который вам удобно метать. 3, 4, 5 метров, 5, 6, 7, 7, 8, 9. И, соответственно, снять видео, как вы это все метаете, прислать нам. В общем-то, ничего сложного. Добрый день, метатели и метательницы. Вот. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, мы сегодня вот онлайн-соревнования проводим, но покажем. Вот они-то покажут нам, как надо кидать, то есть какие зачеты на онлайн-соревнования, как это все будет происходить, какие файлы надо присылать. Давайте посмотрим. Так, и вообще мы все вас ждем. Все, давайте соревноваться. Все. Ну, я Анисе помогаю, я как за оператора, значит, показываю дистанцию, что она 3 метра. Вот, трешечка, где она тут? Вот она, вот 3 метра дистанция. Вот. Вот, трехметровая дистанция, и начинаем кидать. Так, первая серия. Так. Так, подходим к мишени. Так, показываем. Сколько здесь очков? Это сколько? 5, 4, 3. 3. Так, здесь, стоп. 4. 4, говорим, 4. Так, здесь 4. Значит, всего первая серия? 11. 11. Так, продолжаем, не прерываем съемку. Следующую. Так, подходим к мишени, смотрим, что мы там накидали. Так, 5. 5. Это 16. 5. 4, это 20. Еще 4, 24. Так, всего за 2 серии пока 24 очка. Ага. Продолжаем. Третье. Смотрим. Значит, 3 это 27. А, это сколько? 4? 4. 4. 4. 4 пока. Значит, 31. Угу. Ну, это явная пятерка. И 5. Это сколько я сейчас сказала? 31? 31? 36. 36. Угу. Так. Четвертая серия у нас. Угу. Угу. Так, стоп, смотрим. 3 это 43, да? Ну, 3, да, 3. Угу. И 5 это 48. Ну, это 5, ага. И последняя серия. Последняя серия. Смотрим. Так. 4. Так, стоп. Ну,
4, да, 4. Ага, это значит 52. Угу. 3 это 3. 55. Угу. И снова 4, 4. Это угу. 59, да? 59. 59. 59. 59, так. Угу. Ага. Ну все. Все. Так, ну чего скажете, они-то нашим метателям будут они участвовать в этих соревнованиях или что? Тут девочки уже все участвуют, а мальчиков что-то не видно пока. Ну, в любом случае мы Но всех кроме ждем. Меня. В любом случае мы всех ждем. Да. Давайте. Всем пока. С вами был Кочевник, Федерация безоборотного метания Санкт-Петербурга ДСААФ. И Анита Прохоренко. Тоже Федерация безоборотного метания ДСААФ. Mm-hmm.